И понял тогда Ганс великую русскую тайну, что ничего тут не найдешь. И метеорита тут никакого, наверное, нет. И вообще хрен поймешь, когда ничего нахрен не понятно. Вот в этом весь смысл. Ведь ты понимаешь. Да, кстати. Это же самое оно и есть. Поэтому, что там у них? Да хрень какая-то, все рационально, и либерализм сплошной. Я вообще человек человеку волк. А у нас даже мухомор человеку друг. Каждый готов душу перед тобой всю свою открыть. Как вот я тебе сейчас счастье дать другому. Любовь. Вон как Клавка Гансу. А он ей, между прочим, и какое тут в жопу ЦРУ. Пусть они поддаются своим метеоритам. Тут любовь. Тут эзотерика. Блин. Тут рай. Мы же вот в этой деревне нашей глухой живем. Ну ты ж пойми, старик. Мы просто конкретно счастливы. И все события у нас тут вроде бы полное дерьмо. А приглядишься. Это Колизи. Это Достоевский. Тут и красота, что спасет мир. Потому что она реальная, реальная красота, ты понял? Тут же человек. Что звучит гордо. И какая после этого может быть вообще граница? Мы тут сами живем за границей. За границей привычного отношения к миру. Стереотипного понимания вещей. Потому что тут каждый день новый. Интересный, он столько всего приносит. Это ж праздник какой-то. Какой-то праздник. Причем без всяких мухоморов и метеоритов. Просто, блин, жизнь прекрасна. Жизнь, братан, прекрасна. Просто понимаешь... Надо верить. А, кстати, мухомор будешь? Я могу поджарить.